Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Тристан, и да, та самая легендарная игра, в которую я не играл давным-давно. Ой-ой-ой, у нас тут закончился сезон, я получил, конечно же, медальку. Да-да-да, давно я не играл. В Мафию Онлайн. Представляете, такое счастье вернуться в ту самую игру, когда ты не играл давным-давно, и после 2 недель, которые были проведены в напряженной атмосфере, под напряженным пристальным взглядом преподавателей, которые требовали, чтобы мы выполняли задания. Я, конечно, сейчас утрирую, потому что они не такие уж злые. Но все же. Вчера испытал чувство облегчения, когда наконец-таки я сделал дело, которое было очень тяжело, на мой взгляд. Но я выстоял, дорогие друзья. Вот. Короче, меньше слов, ближе к делу. Как вы видите, ежедневное задание. Их ровно 3. За мирного при балансе нажать на голосование, что я, собственно, сейчас и сделаю. И за шерифа найти мафию. Ну, слушайте, я думаю, что неплохое задание, играя за мирного, написать «Я шериф». Вот мне интересно, это задание применимо в том случае, если ты по каждому кругу это будешь писать, или как? Напишите в комментариях, если вы знаете данную, как говорится, уделку с надписью «Я шериф». И, собственно, давайте все-таки сначала поиграем за мирного, а потом за шерифа. Собственно, нужно задание выполнить, правильно? Конечно. Конечно, дорогие друзья. Итак, сезон кончился. Мы, конечно же, собственно... А нет, смотрите, я могу. Я могу за мафию играть. Похвально, ничего себе. Ладно, давайте тогда попробуем. Задание у нас, как по-прежнему, проголосовать... Точнее, нажать на голосование, играя за мирного, и написать «Я шериф, играя также за мирного». Ну что ж, без очков, без зазрения совести, будем крушить всех подряд. Ой, ребят, вот вы понимаете, как я себя сейчас чувствую? Вот реально, вот когда ты 2 недели не записывал видео? Ну, ребят, вот когда ты 2 недели не записывал видео, это такое... Не может быть. Да неужели? Да быть такого не может. Но нет, дорогие друзья. Хочется, что называется, немножечко поиграть. Теперь вот я сейчас записываю видео только потому, что когда я играю в Mafia Online. Сейчас я вообще в игры не играю. Времени нет. Заданий много. Требования ужесточились. Остаюсь на дистанционке и... И учусь в ней. Итак, конечно же, мы пишем «Я шериф». Заданка. Я не знаю, вот он поймет. Хотя нет, давайте попробуем запятую отделить. Так. Многие сейчас поймут. Вот я посмотрю, сейчас задание выполнится или нет. Если не выполнится, это будет капец. И меня же сольет в первом же кругу. В первом круге. Вот. Ой-ой-ой. Гендер-маньяк. 4 маф. Жопу ставлю. Окей, хорошо. Я МСР, говорит, 2. Пока поверим. Поставим неизвестно. Окей, 4 у нас думает. Сказать, он мирный. О, выполнилось. Отлично, все. Я шериф, заданка выполнилась, значит, нам это, конечно же, ничего не грозит. Итак, значит, давайте не будем, как говорится, рассусоливать свою резину. Почему не написано «Мафия, дядя курит сигарету»? Какой-то полный дичь сказал номер 8, и мне кажется, что он пытается нас отвлечь от внимания. Помещаем пока его в красный цвет. Десятка говорит, что он MSC. Что это могло бы значить? Хм.
Интересно, интересно. Итак, МБР на балансе. Так, 11-го, конечно же, мы помечаем сейчас в желтый цвет, потому что это наш союзник. Первый сам признался, то, что это маньяк. 4 мав с прошлой катки. Окей. Первый, ты уверен? Первый, ты болван. Во всех... во-первых, я только что зашел. Во-вторых, я как ты понял, что мы только что играли? Так, первый уверен, что это мав с прошлой катки. Кто не будет голосовать? 4... Ой... Ой-ой-ой-ой-ой, первый что-то совсем разошелся. По процентам спрашивает. Интересно. Ну, наверное. Хотя. Вы меня видите? Да, я его 31% не забуду. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, сейчас первый полностью разошелся. Конечно, было бы логичнее слить маньяка, но если он будет за мирных играть, то нам. Ой-ой-ой, кто не в 4 зарежу? Жестко паришься, говорит. Ёпарасоте, да. Сейчас топ 4. Или мне... А мне кажется, что все-таки первый не маньяк. Не маньяк, он просто им прикидывается. Говорит, что он сейчас всех зарежет, да-да-да-да-да, конечно. Так, дорогие друзья, я возвращаюсь. В общем, убили Двуликова. Четверка маньяк. Говорит, что без крыл мана. Я надеюсь, что Шер меня проверил и докажет, что я мир. Ку-ку, я бе. Да. Первый, я реально поверил, что ты без. Первый. Ну ты ловко придумал, конечно. Первый. Ты придумал ловко. Молодец. Молодец, молодец. Тройка, ты говоришь, что зацензурил, пятерка молчит. Можем написать, что пять молчит. Значит, сидит в кустах. Так, значит, пять молчит, сидит в кустах. Я, говорит, Шер не нашел мафа. Да пять молчит, ребят. Я не нашел девятка, да, окей. Четверка. Ну, слушайте, нам уже ничего не грозит. Нас больше. В два раза больше. Доключи девятку. Девять ты конч. Ты пойми. Ну, короче. Да, ребят, короче, что-то... Так, значит, смотрите, дорогие друзья. Что-то кто-то пишет, что у нас... Ладно, мы не будем разбираться, потому что мы же... Так, и так, и так, и так. Вот у нас, короче, ситуация, да, дорогие друзья. А, кстати, 2.8 были. На вылете. Кто-то крикливый говорил, что нужно сейчас сливать этих игроков. Я думаю, что в первую очередь сейчас, наверное, солит меня. Я сказал, что я шериф, дорогие друзья. Мне кажется, что кто-то из непрофессиональных мафов поверил в это и решил меня не убивать. Что, мне кажется, на мой взгляд, это очень странно. Но посмотрим. Все равно мирная роль, точнее, обычный мирный рядовой, это... Ну, это не сапог, то есть, скажем так, с заплатками, в общем, ободранный, то есть никому не нужный, короче. Можно сказать, бомж. Но! Просыпается. Если мы посмотрим... А десятка-то доктор. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ребята, ситуация ухудшается. У нас сейчас 5, а мафии ровно 2. 2-3-6, жаль оправдать. На голосе. Так, значит, 1. Значит, так. Так. Я не маф. Заданка выполнилась. Напишем так. Чтобы он не выкрикивал, заданка выполнилась. Я не Шер, а обычный, простой мирянин. Пять молчит. Мне кажется, что он... Маф. 7 чек и найдон. О! Девятка наконец-таки восприняла. Так, значит. 9. Точно?
думаю, тебе вредно, говорит шестерка. О, пятерка оживился, офигеть. О, пять оживился, ничего себе. Офигеть, ну что ж, первый бес, ну окей, поверим, девятка у нас, 7 дон, 2 маф, семерку завтра, окей, хорошо, значит у нас двойка решается, восьмерка у нас уходит, значит семерка, ну да, мы поверили, что это бес, да, но ты просто да, окей, сейчас 2 миры, я шер, говорит, вопрос только, 7 дон, 2 маф, сейчас, а, завтра семерка, о, отлично. Двойка, понятно, в единичку. Он маф, окей. Но пятерка тоже маф, потому что он молчит. Ну, ребят, значит, очевидно. Если кто-то из игроков молчит, значит, это однозначно признак того, что это черный игрок. Мы красные игроки, значит, у нас ничего плохого нет. А в черных игроках всегда прослеживается плохое. А вот тройка проголосовала против девятки, и я, похоже, зря накидывался на обвинение в сторону пятерки, то, что он мав, потому что он молчит. Нет, может быть, я, скорее всего, и не заметил, я обязательно на монтаже посмотрю. Вот. Семерка в пятерку. Так, ну семерка... Да, семерка мав, семерка дон, тут тройка, двойка мав, ну это все. Еще 2-7 отлетают моментально. И мне кажется, что сейчас мав будет убивать именно меня. Кто его знает, посмотрим. Так, ну что же, давайте смотреть. Восьмерка у нас думает. Думает Карлсон, да, окей, все, вылетает восьмерка, все, нет, девятка, двойка, ну хорошо. Так, двойка. Чего, блин? Да быть такого не может, вы серьезно? Мама мия. Вы серьезно? ЖБ девятку, о. Семь чековый дом, надо было семерку жать. Да, ЖБ-девятки, мы так и сделаем. Что-то крикливый нам попался игрок под номером 9. Вы стоим выкрикивал. По-любому кто-то в кустах сидит. Вот тот, кто сидел в кустах и ничего роли никакие не давал направо-налево, вот тому и надо ЖБ кинуть обязательно. Потому что сейчас коллективно летит ЖБ, сказал двойка девятки. Вот надо было семерку сливать однозначно, потому что семерка, бат, ну да, ребят, 5-7. Окей, да. Пятерка, семерка. Короче, ребят, что-то как-то не пошло. С другой стороны, я же мирный. Я же мирный и имею право на ошибку, потому что я же рядовой, никому не нужный, рваный город сапог. Ну что ж, просыпается. Номер город просыпается, умирает игрок под номером 7, и это шериф. А девятка-то мафом был. Он был доном. Он был доном. Пятерка сидела в кустах. Надо было его бить, конечно же. Восьмерка у нас. Ну слушайте. Вопрос. Тогда так. Мафы с победой. Что хочу сказать. Вот так вот, значит, как бомбит от таких игроков, как 1, 3 и 7, говорит Аминотоп. А, ну да, тупые. Я даже не хочу читать, потому что у всех, понятно, бомбит, у меня, ну, не то, что бомбит, но неприятен момент, неприятен, да, дорогие друзья, неприятно. А 3-то сам чё на меня гнал, говорит Аминотоп. Аминотоп это у нас кто? Аминотоп у нас... Ты даже не хочу выяснять, дорогие друзья. Вот не хочу я даже это выяснять, не хочу я даже это засмотреть. Просто выходим дружненько. И, кстати, за проигрыш за мирного игрока, да вообще за любую роль на нулевом рейтинге я вообще ничего не теряю. Ну и на этом спасибо. Итак, пробуем еще разок. И ждем. Итак, дорогие друзья, у нас 8 человек. И сейчас я снова пишу. Есть ли у нас шер? Да, шер есть. Отлично, я пишу сейчас. Я шер заданка. Заданка. Ну что ж, второй раз задание, я думаю... Эй, в смысле? Заданка не выполнилась. У меня заданка не выполнилась. Почему не вылезла?
Странно. Это очень странно, дорогие друзья. Заданка не выполнилась. Мне кажется, она должна выполниться, когда я... Чего? Ну ладно, двойка у нас ничего не написал, мы отмечаем его как красный цвет. Тройка LL, не знаю, что это значит, пока мы помечаем так. MBR четверка пока неизвестно, пятый LL. А что это за аббревиатура LL? Шесть охотник. Блин, вот непонятно, что это за аббревиатура. Так, три, пять. Что это за аббревиатура такая? Что это за аббревиатура такая? Полную херню они несут. А точно не мафия, говорит. 6 вор. Так, шестерка вор помечаем. Охотник у нас. А, вот у него ник охотник. Окей. Первого сейчас говорит шестерка. 6. Почему? Давайте его спросим. Я не маф. Я МБР. Вот реально, я МБР. Я один из двух МБР. Нет такой заданки. Сказал, что шер. Я сказал, что заданка. Чё ты тут тупишь? Нету такой заданки. Он сказал заданка. Да. Я сказал заданка. Но я-то МБР. Но я МБР. Короче, ребят, пусть меня сливают, это будет на их совести. Говорит, что нет такой заданки. Я, кстати, обязательно посмотрю, есть ли есть такая заданка вообще. У меня-то она должна быть, потому что я-то... Это очень странно, непонятно почему. Да давайте пока в троечку проголосуем. Вот не знаю, вот просто решил троечку стрить. Потому что логотип странный. И по-любому это точно маф. Это по-любому маф. А двойка, мне кажется, поведется на речь шестерки. И этого вора мы обязательно сольем дружненько. Кстати, я вам докажу, что если шестерка запеет меня, убьют остальных. Я в этом абсолютно уверен. И считаю, что если сейчас шестерка не убьет меня, а наоборот нас следующей ночью заклеит, и потом появится информация, что кто-то убит, я за себя не отвечаю, потому что... Окей, да-да-да, потом извини, а потом пойдут извинения, извини меня, пожалуйста, единичка, я не хотел, я не специально, это такой заданчик. Ну, нужно, во-первых, сохранять эмоции, нужно, во-первых, не нужно нападать, а нужно уметь защищаться, дорогие друзья. Мы непобедимая армада, мы союз Антанта. Мы против насилия, мы против того, что происходит здесь. Итак, если сейчас произойдет что-то нечто подобное, я думаю, что тройка сказала ЛЛ, а тройка ЛЛ сказала, значит... Ну, ясное дело, что шестерка, семерка, восьмерка, они интересовались, что это за заданка. Значит, это игроки, понятное дело, ну, скажем, хорошие. А вот семерка проголосовала против меня, хотя шестерка подумала, что явно есть такая заданка. Вот от семерки и восьмерки я такого, честно говоря, не ожидал. И они такие схватили голову. На тебе, хер-то там плавал. Ага. Весь город это мирный. Офигеть. Просыпается друзья. Вор. Вот так вот бывает. С другой стороны, я считаю, что... А это же, оказывается, шестерка-то не вор. Ты посмотри-ка. Шестерка-то у нас не вор. А шестерка-то кричал, что я вор, я вор, я вор, я вор. Но оказывается, что он не вор. Да это, ребят, не есть хорошо. Вот это совсем не хорошо. Вот это вообще не есть хорошо. Это вообще не хорошо. Это ни хрена не хорошо. Ой, да. Балда. Пупзда, базда, баржа. Да. Что-то как-то... Не хочется даже доигрывать эту катку, я чувствую, что кого-то убьет, да, обязательно. Хотя, с другой стороны, кто его знает, найдутся миры, и я думаю, что обязательно сейчас сольют. Вот шестерка полюба, скорее всего, хотел убить меня, он хотел меня убить, я там уверен абсолютно. Шестерка полюба, наверное, маф. Убирает шестерка, и кто же это?
Подожди, шестерка себя заклеила, так как? Вор сам себя заклеил, как понять? Ну, вор. Да, дорогие друзья, здесь без комментариев. Без комментариев. Выходим, естественно, дружненько. Давайте посмотрим, есть ли такая за... подождите, играя за мирного, написать «Я шериф». Подожди, стоп. Я же написал «Я шериф». Играя за мирного, написать «Я шериф». За мирного! То есть за мирного... Подожди, стоп, я что-то не понимаю. Либо она за раз не выполняет эту заданку, либо что? Я тут немножко не понимаю. Замерного при балансе нажать на голос. Окей. Давайте попробуем выполнить это задание. Что-то вника... Так, нет, стоп. Не надеваем очочки. Что-то как-то странно, дорогие друзья. Вроде играешь за мирного, обычного мирного жителя, а заданка не выполняется. Так как? То есть за один раз невозможно выполнить заданку? Или что? Так это вроде бы ежедневная заданка. Или вообще здесь не уточняется. Либо за роль мирную, за мирную роль. Как-то вот уточнений не хватает. Я, наверное, попробую написать. Я шериф. Так, опять такое же количество, но с добавлением маньяка. Окей. Ну что ж, давайте сейчас попробуем написать, что я шериф. Заданка. Так должна же сработать, если эта заданка не сработает. Если заданка не сработает, то это будет вообще жесть. Это будет жесть. Единичка охотник. Так, вот это вот интересно. Я сейчас попробую тогда написать «Я шериф». Вот просто попробуем, давайте написать «Я шериф». То есть без вот, это, вот этих всех знаков. Просто попробовать. Без всяких... говорится «Я шериф». Здесь шериф-то, я думаю, есть? Есть, хорошо. Я шериф. Я попробую его прикрыть для того, чтобы... Я шериф. Окей. Давайте попробуем просто написать «Я шериф». Попробуем, сработает ли. Если не сработает, то это будет вообще жесть, ребят. Late у нас говорит, что пятерка late. Так, охотник у нас единичка. Я, кстати, запомнил его ник. Это, наверное, все-таки вор. Это снова вошел в мою каточку. Но как я его ненавижу после этого, дорогие друзья. Меня слить решил. Да, супостат. Вор-то себя заклеил. Ну как так-то, я не понимаю. Либо это бот. О, выполнилось. Отлично, дорогие друзья. У меня задумка выполнилась. Привет, охотник. Привет. Ты меня слил в прошлой катке. Ты меня хотел слить в прошлой катке. Ты меня хотел слить в прошлой катке. Я? Когда? Когда? Одну катку назад. Вот давайте с ним заиграем. Одну катку назад. Говорил, что играя за мирного, мирного, сказать я шериф. Ай! Выполнилось, успела. Ай, успела. Я ману крыть буду, говорит стёрка. Так, что-то все в семерку у нас пошли. Странно, семерка у нас мирный. Мне кажется, что семерка мирный. Так, у нас тройка в... Я его сейчас в банк лист кину, ребят, реально. Если тройка окажется, что... Я написал «Я шериф», а у меня задумка выполнилась. Кстати, это будет на... голосование написать. А я тогда обоюдно проголосую против тройки. Вот так. Вот такой вот я черный поймер, друзья. Нахрена было меня голосовать? Если я сказал, что...
И какой был смысл тогда сливать номер 7? Я просто этого не понимаю, дорогие друзья. Сейчас вор, я думаю, конечно же, заклеит меня, но это же в стиле охотника. Ложного охотника, хочу сказать, потому что это ложный охотник, это вообще ни о чем. Это ни о чем. А оказывается, он заклеил как под номером 6. Вот это интересно, давайте смотреть. Он говорит, что он МСР, но блин. Какой номер был? Яма накрыть буду, говорит шестерка. Яма накрыть буду. Но мне кажется, что... А я крыть ману буду. И вот мне кажется, что единичку ты как раз-то эта реплика и привела к тому, что... Шестерка-то у нас... Подъедатливый человек. А у нас же маньяк есть, дорогие друзья. У нас есть маньяк, так что все хорошо. Все хорошо. Сейчас, если меня не сольют... Так, маньяк сделал свой выбор. Окей. И что, дорогие друзья? И что? Город. Ну-ка. Просыпается. Ну-ка. Умирает единичка. Это охотник умирает. Да нет, неужели? Так, значит, пишем, дорогие друзья. Так, вот это все убираем. Заданка у меня выполнилась. Шер. Инфу. 6. Не маф. Или маня. Или. Или мирный. Далее. Так, двойка на меня. Тройка на, против меня проголосовал. Проголосовал. Прошу обратить на это внимание. Вот так вот, прошу обратить на это внимание. Ну что ж, СПС, тут либо ман выиграл, либо маф, я шер. А, 4 чек, шмаф, маф 8 тоже маф выдавал себя за шера. Ты офигел? Так, я или мания, или мирный. Так, давайте дальше запишем. Или мания, или мирный. Пока так. 3. Я МБР. Не маф. Ни на кого не нападал. А выполнял задание. У меня есть... Такая заданка. Уберете меня, пожалеете в своем выборе. Вот так вот. Так, сейчас двойку. Кто шериф? Так, кто шериф у нас? Сейчас двойку, говорит. Уберете меня, пожалеете. Я мир. 4 сначала. 6 не трогать. 6 не трогать. Так кто маф? Бейте уже кого-нибудь. Ного 3. Не надо 3. Двойка говорил, беру мана нафиг, говорит. Пошли, 3 чистый. Ну, что-то там, короче, пробую 8. Угу. Я сейчас тогда двойки проголосую тогда. Так, тройка у нас сказал, что он шериф, но ему не верить нельзя ни в коем случае. Так. Пробую 8, а вот четверочка мне не нравится что-то. Вот против четверочки у нас пойдем. Что-то четверочка совсем борзенький, борзовый. Нет, нет, никого. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, дорогие друзья, ну вы чё? Наступает ночь. Какой смысл? А, надо было голосование нажать. Опять заданка, блин. Я забываю совсем, вот, когда голосование идет, нужно проголосовать, нажать на голосование, то есть. Так, ну что ж, мы всех спасли. Спасли как раз ту ситуацию. Тройка-то у нас шериф, я думаю, ему верить-то можно. Теперь давайте смотреть. 3 СПС, пробую 8, пошли. Тра-та-та, 3 чистый. Да, пятерка чистый, так, задание выполнилось.
Я говорил, то что, да-да-да. Короче, ребят, мне кажется, мне какие-то МСР слишком тугие попались. Просыпается. Реально, всех убивают и улетает из игры. О, ребята, а вот это мне уже нравится. А вот это мне уже нравится, дорогие друзья. Никто, кстати, спасли игроков, маньяк супер. Я думаю, при такой ситуации, в принципе... Ну что ж, давайте смотреть. Ну что же. Я... Оставшийся... Оставшийся... Последний... МБР... Три... Тебе... Верю... Всей душой. Девять. Думаю, нужно гасить 9 ман. Спасибо. Короче, что-то он совсем у нас от рук отбился. 9 по чеку маф, говорит тройка. Как и 4. Так, 3. Ты уверен, что 4 и 9 мафы? А? 4 нужно. Шестерку, говорит. Блин, схерали шестерку, ребят. Ну, с хрена ли шестерку убивать, если... Если... да, сейчас только 4. Да. Окей. Не тупим, сейчас 4. Конечно, 4. Они по чеку оба. Сейчас только 4. 9 маф точно. Девять мав точно говорит 4. Сыграем. Либо тройка меня сейчас отговорится. Нет, тройка меня не обманывает. Просто по одной простой причине, что... Если бы он меня обманул, то... В любом случае... Да, четверка мафия. Тройка меня не обманывает. Я в это верю. Я в это ночь. Обязательно думаю. Весь город... Ну что ж, у нас осталась мафия, маньяк и... Короче, ребят, давайте смотреть, давайте поддержим, говорится... Мне кажется, сейчас будут друг друга голосовать. Мне кажется, мафия обязательно с кого-нибудь сойдет из маньяка. Маньяк, конечно, кукнет мафию. И останется маньяк и победит. С другой стороны, я верю, что четверка это маньяк. Посмотрим. 3 и 8 умерли. Неужели, ребят? Неужели? Нет. Хотя, слушайте, смотрите. Побеждает маньяк. Ну что ж. В обоих случаях мы проиграли. Ман. Ты красава. Молодец. Охотник. К тебе уже летит ЖБ. А я не могу... Фантом, подожди. А, ЖБ-то я ему не могу кинуть, смотрите. Я знал, что он ман, никто не слушал. Ну ладно, дорогие друзья. Выходим. Как вы видите, за 34 минуты рейтинг у нас не поменялся. Но зато я выполнил почти заданку. Играя за мирного, написать, что я шериф. Ну что ж, вот такая вот сложилась у нас игра. Конечно, нам не удалось выиграть во всех трех каточках, которые мы провели вместе с... Играя за мирного, но все же. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот у нас, конечно, сложилось. Ну ладно, тем не менее, я думаю...
что у вас у всех появится хорошее настроение после просмотра этого ролика. Ну, а я, собственно, уже готов сказать те самые слова, которые я всегда говорю, говорил и буду говорить в данных роликах. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотели от меня увидеть. Всем большое спасибо, будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте, всего доброго, увидимся, пока!